Тренировки с весом собственного тела на уличных спортивных площадках. Воркаут – не просто гимнастика, а настоящий тренд на культуризм и красивое тело. Если ты еще не в теме, то пора познакомиться с философией уличного спорта. Чтобы выполнять такие элементы, необходима не только сила рук, но и концентрация и координация всех групп мышц. Николай Угрюмов готовится к поступлению в ВУЗ, но на турниках проводит не меньше времени, чем за книгами. Философия уличного спорта, признается юноша, ему по душе. Главное – это желание, с него зарождается этот вид спорта. Человек приходит на спортплощадку и начинает пробовать свои силы. Он, допустим, умеет только подтягиваться – тогда он развивается в подтягиваниях и начинает делать что-то более сложное. Возможно, это будет выход силой или какие-то другие элементы с использованием динамики или статики. Простые и доступные упражнения на все группы мышц. В ход идут тренировки на кольцах, брусьях и турниках. Нужный инвентарь зачастую приносят с собой или приспосабливают имеющиеся предметы. Говорят, воркаут пришел в Россию в конце 90-х из США. На самом деле этот вид спорта был у нас и раньше, просто назывался по-другому. Сейчас это целая субкультура, в которой могут достичь высоких результатов как взрослые, так и дети. 15-летний Арсений Баксиняну уже может похвастаться подъемом штанги с приличным весом. К уличному спорту юношу приобщил папа. Теперь тренируются вместе. Делаю все то же самое, но только со своим весом. То, что могу, то и делаю. Воркаут, кроссфит, стритлифтинг. Для неопытного спортсмена на первый взгляд разобраться сложно. В спортивном сообществе все друг друга поддерживают. Главное – системный подход и, конечно, преодоление так называемого синдрома первой тренировки. Для начала нужно встать под брусьями и начать поднимать туловище до касания. Сколько раз нужно делать? Раз 10-15, сколько получается. Александр Веденеев в этом виде спорта не новичок. Тренируется уже 4 года. Занимался бегом, но в какой-то момент, признается, спортсмен, стало скучно. Пришел на тренировку, затянуло. Оно интересное, понимаете? Тут как бы все постоянно новое, постоянно вот это вот разнообразие. То есть движения все, они могут быть абсолютно разными в комплексе. И это как бы классно. То есть не надоедает. Вместе с единомышленниками в фитнес-зале под открытым небом. Одинцовские уличные спортсмены тренируются 3 раза в неделю на стадионе в 8-м микрорайоне. Ждут всех желающих, кто действительно хочет кардинально изменить свою жизнь. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».